Начался новый сезон высшей лиги. Как вам вообще ваш первый матч? Классно, хорошо. Тут даже играть лучше, чем на Зоналках. Поле поприятнее, да и судейство лучше. Топ можно считать, если не считать этого судьи, конечно. Да, так, на самом деле, да. Играть, конечно, здесь получше, поприятнее, но нам есть над чем работать, будем еще работать. И команда более серьезнее относится к играм, мне кажется. Вот, приехали толпой гасить нас, наверное. Вот тогда следующий вопрос. Как вам ваши соперники? Ну, это первая игра, нельзя судить по первой игре. Никто не судит, как бы, это первая игра, так, показательная, можно сказать. Поэтому молодцы ребята, вышли, выкладывались до последней минуты, отыграли. Какой там счет был? 7-3, они довели до 7-6 вроде, да? Хорошо, хорошие парни, хорошие играли. Достойная, достойная высшей лиги команда. Какие у вас планы на этот сезон? Один план — не вылезть. Пока так, а дальше видно будет. Для начала хотелось бы закрепиться в высшей лиге. Да, а потом видно будет.